Всем доброго и хорошего дня, а мои бегонии сами готовятся к спячке. Раньше я сама их заставляла. Вот тут картошечка. Вот она тут. Тут то же самое. Вот она. И вот тут даже видно. Вот стебелечек. Он еще держится. Но я оставляю, они сами вот так готовятся. Вот еще стебелечек. Сами выбрасывают, сбрасывают стебельки. Засыхают свои стебельки. Чтобы могли заснуть без зелени. Вот таким образом здесь вот то же самое. Видно, что стебелек отпал. Листочек, стебелек. И они вот тут то же самое засохнут и будут спать зимой. Конечно, можно картошечку вынуть из горшочка. Я покажу на один вазончик, как он себя чувствует. То есть картошка как себя чувствует. И можно поставить ее в пакетик на хранение, чтобы вазончик поставить уже в другом месте, чтобы места было побольше. Вот таким образом картошечка готовится к спячке. Вот. Картошка в таком состоянии. Можно поставить в пакетик и оставить на хранение. А можно оставить в вазончик, если есть много места. Но я ставлю эти вазончики в ванной комнате, под ванной. Там они у меня в прошлом году тоже были. И хорошо перезимовали. Вот так. Всем пока. Доброго и хорошего дня.